Молчал я долго, все терпел, в кино снимался, песни пел. Молчать душа уже устала от беспредела власти и от криминала. А как еще все это называть, когда Кремлю на нас на всех плевать, когда бензин повсюду дорожает, а власть лопатой деньги загребает. Все за границу, за кордоны, хотят все вывести гондоны. А Миллер, Сеченов, олень, получают миллионы в день. У народа ведь воруют, все жируют и жируют. Это ведь народное добро, и земли российской же оно. А что это за люди негативные? Путин говорит, что менеджеры эффективные. Значит, им и сытно есть, и сладко спать, а народ при этом должен голодать? А депутаты вытворяют, законы все изобретают. И хоть один бы для людей, куда там, каждый второй гей. Это ж надо тогда думать, закон про пенсию придумать. Забыли, кто их выбирал, кто им когда-то доверял. А Силуанов этот, зовут его Антон, его зарифмовал я, пусть знает это он. Он НДС решил поднять для нас, артист. Пони себе зарплату, слышь, экономист. Воруют, тащут и гребут, как будто все в могилу унесут. А Вова все им позволяет, они друзья, и пусть народ страдает. А выборы, что в марте были, про них еще мы не забыли. Им все равно, за кого мы все голосовали. Они давно за нас уже избрали. Воруют, тащут и гребут, как будто все в могилу унесут. А Путин все им позволяет, они друзья, и пусть народ страдает. Стоит у власти КГБ. Им все равно, как мы и где. Хотят они за нас решать, с кем быть и как дышать. Нацгвардию решили они себе создать, что проще было воровать. Гвардейцы встанут на защиту, чтоб защитить свою элиту. Был Ходорковский неугоден, посадили. Немцов глаза все говорил, его убили. Васильева сидела под арестом, но не нашлось в тюрьме им места. Сестра жены Медведева она, им на свободе здесь нужна. А ты, народ, сиди, молчи и сильно громко не кричи. Недолго будем мы молчать, за все придется отвечать. Наступит судный день, и он не за горами, и будете отчет держать все перед нами. Без всяких лишних выкрутасов вам рассказал про все Олег Протасов.